Шалом, дорогие друзья! Сегодня 25 июня, и у нас есть с вами возможность поразмышлять о местах писания которые могут быть для нас поддержкой и радостью. И я сегодня хотел бы прочитать послание Киакова, 2 глава, 14 по 22 стих. И там написано следующее. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела. Что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, Отец наш, возложив на жертвенник Иисака, Сына Своего? Видишь ли, что вера содействовала делам Его, и делами вера достигла совершенства. Очень часто, друзья, мы с вами забываем о том, что называться верующим это одно, но поступать как верующий это другое. Мы привыкаем к определенному образу жизни, мы привыкаем к порядку, тому, что каждую субботу нужно пойти на служение, каждую среду нужно пойти на молитвенное служение, сходить на домашнюю группу и так далее, и тому подобное. И мы делаем определенные действия, которые, с одной стороны, служат для того, чтобы мы приближались к Господу, но когда мы выходим с этих мероприятий, когда мы выходим после служений, мы как будто начинаем жить другой жизнью. Периодически можно услышать вера верой, бизнес бизнесом. Я вам хочу сказать, это большое заблуждение, потому что ты не перестаешь быть верующим, когда ты работаешь, когда ты делаешь бизнес, есть у тебя какой-то интерес. Ты не перестаешь быть верующим, когда ты управляешь своей семьей, воспитываешь детей, когда ты делаешь любое дело ты по-прежнему принадлежишь Богу. Итак, друзья, наша вера, она должна выражаться в наших действиях, независимо от того, где это происходит. Но всегда должно быть нечто, что отличало бы нас от других людей. Наши ценности, наше мировоззрение, наши поступки. Я призываю вас сегодня поразмышлять над тем, где же ваша вера, где же ваши дела. Что выражают ваши дела? Выражают ли они Божье слово, Божьи истины, или они выражают просто суету, просто занятость, просто какую-то увлеченность чем-то? Я призываю вас отражать Божью славу в том, что вы делаете. Я призываю вас а, любить слово, призываю вас поступать по слову, призываю вас в любой момент, когда у вас есть возможность сделать правильно, так как этого ожидает Господь поступить именно так. И немножко дальше идет пример из жизни Авраама. Мы знаем эту историю об Аврааме и Исааке. Хорошая, хорошая иллюстрация для нас. Берите своего Исаака, берите то ценное, что есть у вас, и приходите с этим к Господу. Берите свое время, свои возможности, материальные ресурсы, берите какие-то дары, которыми он наделил вас, и служите для Его Царства. Будьте тем городом, который находится на вершине горы. Будьте той солью, которая засаливает все вокруг. Да благословит вас Господь, сохранит, призвит на вас светлым лицом своим. Да обратит Господь лицо свое на каждого из вас и дарует вам свой мир. Будьте благословенны. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.